У моей мамы есть давняя такая приятельница, у которой прямо вот девиз по жизни: не знаю как, но не так. Вот такая, мама говорит, поперечная. Ну, уже, знаете, никто в этом возрасте не бросает людей, и никто ее не перевоспитывает, бессмысленно. Вот все не так. Вот человек, которого жрет изнутри, не пойми, что... Есть Моя такое. мама объективно святой человек, нежнейшая, и та вдруг ей дарит на какой-то праздник брошюрку «Как избавиться от зависти». Моя мама абсолютно, ну ни разу это не про нее, ну вообще просто другой человек. Вот это такой внутренний червь, который разъедает.